Иду я по Москве, 1 июня, и думаю, что бы это могло значить? Конечно, это значит, что хочется начать новый стихомарафон. Хочется новых идей, которые вы подбросите. Хочется новых строчек, новых стихов, потом новых песен, конечно же, как вы уже знаете, как это у нас все происходит. Лето, новая прическа. В общем, давайте, все как до этого, только немножко по-другому. Правила те же, под этим видео сбрасывайте мне ваши слова. Одно слово, как идея. Перечитывая, которые я буду выбирать, те, которые меня вдохновят. И каждый день буду писать по одному новому стихотворению. Всех люблю, целую, жду слова. Сегодня вечером первое стихотворение. Поехали!